Погоду в области в предстоящие выходные будет определять теплый сектор североатлантического циклона и прохождение связанных с ним атмосферных фронтов, из-за чего, по прогнозам синоптиков, в регионе пройдут дожди, а на востоке и западе области ожидаются сильные дожди с грозой и градом, который будет сопровождаться усилением ветра с порывами до 23 метров в секунду. Несмотря на это, особых изменений в температурном фоне отмечаться не будет. Температура ночью будет колебаться в пределах 8-13 и 50 градусов тепла. Днем же температура воздуха прогнозируется в пределах 15-20 на юге до 23 и 17-22 на юге до 25 тепла. А вот постепенного потепления стоит ожидать только в третьей декаде. 21 мая температура воздуха ночью будет в пределах 12-17 градусов тепла, днем 25-30, а на юге до 33 градусов тепла. Но периодически ожидаются грозовые дожди и шквалистый ветер. В целом погода в мае прогнозируется в пределах климатической нормы, без каких-либо аномалий. По сезонному прогнозу средняя летняя температура ожидается выше нормы на 1 градус. Что касается осадков, в июне и августе мы ожидаем осадки ниже нормы, в июле около нормы. Светлана Кан отметила, что прогноз на лето консультативный и еще будет уточняться. Инженер-синоптик рассказала, что погода на выходных будет не для прогулок и поездок на природу, так как завтра на территории области также ожидаются дожди. Особенно сильные на севере, а на востоке и юге они будут сопровождаться градом и шквалом. Алексей Краснов, Алия Досмагамбетова, РТН.